Я сейчас чуть не разлетелся к херам. Вот я еду по этой дороге. Еду. И как уебал. Бах, бля, в кусты улетел. Жив мне хорош, хорошо не пострадал. Нормально, но я дал, блядь, конечно. Сильно. Сейчас будем вытаскивать. Засело знатно, конечно. Пытался я тут включить все блокировки, чтобы выехать. Они, конечно, присутствуют, блокировки, и очень даже неплохие. Но что-то нихуя. Смотрите мой путь. Почти ничего не видно. Вот я еду. Тут обычно скорость 10, 8, 5, 4, 5, 5. Они примерно так едут здесь. Я немножечко превысил. Я 80 ехал здесь. И вот, начиная с этой клеи, пошел, мимо дерева пролетел. Все, уберегло меня. И дальше. Бэээ. Ну, конечно, нормально. Нормально. Сейчас будем выкорчевывать. Сейчас жена приедет. Жена приедет, будет вытягивать. Что вы думали?